Мы в один день подписали два меморандума с одной группой участников АТО и другой группой Евромайдана, которые предполагают под собой строительство двух памятников. Областная государственная администрация дает всю организационную, правовую, юридическую поддержку этим проектам. Комиссия, которая предполагает под собой открытый конкурс. И все те, кто хочет в нем участвовать, со своим проектом имеют возможность его подать. При этом конкурсная комиссия должна определить, соответствует ли этот памятник технологическим и техническим нормам. Входит ли он в нормы градостроения и архитектуры. Если общественные организации не смогут найти общий язык, то я соберу представителей общественных организаций, и мы с ними вместе поговорим о том, как они видят дальнейшее развязание этого вопроса. Но хочу сказать, что в любом случае власть не должна вмешиваться в тот процесс, который инициирован общественностью. Это была основная идея, чтобы мы организовывали работу, а именно сама общественность и представители общественности из числа участников АТО и Евромайдана предложили свой эскиз и свой проект.